Два года назад руководство Дворца спорта «Видное» познакомилось с президентом межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации «Зеленый полюс» Андреем Корягиным во время фестиваля «Лига мечты» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он уже не один год работает в Московской области. Они собирают через стационарные такие пункты макулатуру. И впоследствии средства, которые они выручают от сдачи макулатуры, они периодически передают разным организациям. Спортивный клуб Дворца спорта по работе с инвалидами получил в дар набор роликовых коньков. Индивидуальные и групповые занятия с детьми и взрослыми проходят здесь ежедневно. Также клуб сотрудничает с психоневрологическим интернатом села Остров. Ну, мы работаем с таким диагнозом, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, различные генетические заболевания. То есть это те люди, которые не могут попасть в адаптивный спорт. Вот, и мы предоставляем им возможность заниматься адаптивной физической культурой на территории Ленинского городского округа. При поддержке администрации муниципалитета в 2021 году в Видном были установлены эко-модули для сбора макулатуры. За это время собрали около 30 тонн бумаги. На вырученные деньги организации «Зеленый полюс» осуществляется адресная помощь. Таким образом, благодаря данному проекту, кроме пользы экологии, жители города сами автоматически становятся благотворителями. Дорогие друзья, жители города Видного, благодарим вас за то, что вы оказываете помощь, положив макулатуру в эти эко-модули, да, и будем дальше продолжать помогать тем организациям и детям в регионах присутствия. Спасибо вам. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.